Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Это видео по проекту без вложений. Это иностранный букс. Он успешно стартовал, но запустился до старта, так как много типа members, участников. Ну и мы как бы начали здесь зарабатывать. Ну, регистрация здесь простая. Тут такой казус произошел с этим проектом. Как видим, у меня рефералов по нулям. Я сюда закинула 1 доллар, и чтобы мне чуть-чуть побольше капало денежек. Так? Но этот проект без вложений, и вопросы-ответы я уже зачитывать вам не буду. Вот вопросы-ответы нажмете и почитайте. Там черным по белому написано, что зарабатывать можно без вложений собственных средств. Так, с этим разобрались. Ну, теперь давайте разбираться по поводу вот рефералов. Значит, я записывала видео после после того, как опубликовала, мне начали писать мои партнеры. Это рефералы. И ни один, ни второй, ни пятый, десятый. Как так? Почему у тебя ноль рефералов, когда я регистрировался или регистрировалась по твоей реферальной ссылке? Ладно. Я начала писать администратору. Вот здесь контакт. Вот этот контакт, он недействителен. Сколько ни пишу, адрес не найден. Ладно, тут вчера ко мне в папку спам на почту пришло письмо от этого проекта Клон АДС от админа. Ну, типа, что они запустились, официальный старт произошел, все окей. Там адрес совсем другой. Вот я его скопировала. Вот это админ собака yourpite ads. Так, и вот этот адрес, он действителен. Ладно, я же баба дурная, я ж не успокоюсь. Плюс я переписывалась со своим пригласителем, на что он мне сказал, что ему от меня нет реферальных начислений. Я говорю, как так? Я захожу 2 раза в день, утром и вечером, просматриваю рекламу. Да, вот у меня, так как я купила, вот у меня один первый, я в первой группе, у меня 5070 монет, вот этих бабс монет, на балансе у меня 48 центов, так, вот, ну не буду ж я зря выкидывать деньги, работаю, говорит, и нет начислений. Ну, я пошла, взяла вот этот адрес и написала, и мне пришел ответ. Значит, вот я ему пишу: «Привет, я не понимаю, что происходит. Вчера записала видео о проекте, и мои рефералы написали мне, что они в шоке, почему в моем офисе рефералы по нулям. Так, люди зарегистрировались по моей ссылке, в кабинете ноль». Я впервые пишу ему с таким проектом, в чем дело. И пишу: мой пригласитель не получает вознаграждения за меня. Почему? С уважением, все. Тут он меня уже типа выбесил, я ему пишу: где мои рефералы? Проект мутный, поддержка не отвечает на вопросы. С уважением. На что и мне ответил артист: «Привет, прежде всего мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. Это произошло потому, что первые 1000 пользователей приблизительно была назначена неверная ссылка. Мы попытались предупредить наибольшее количество пользователей, но некоторые из них были забыты. Но это нормально. Мы сожалеем, это ваша новая ссылка». Вот он мне прислал ссылочку. Это значит, он через email адрес как бы, ну вот мой логин, все. И мне вот ссылочку прислал. Приносим свои извинения, приветствия. Вот такая вот петрушка получилась с этим проектом. Вот.
Ну что, как рекламку просматривать, я показывала. У меня вот утром я просмотрела, у меня вот здесь бабс монеты. Одна рекламка, одна 130, по-моему, бабс монет появляется. И 10 денежных ссылок. И у меня вот это, я вот утром и вечером часов 7-8 вечера по московскому времени я опять же захожу, у меня опять одна ссылка и 10 рекламок вот этих. Вот. Два раза в день я захожу, просматриваю утром и вечером. И плюс нам при регистрации дается бонусные 300 вот этих бабс монет. Ну вот у меня уже как бы на балансе 48 центов. Минимальный вывод отсюда $5. Значит, я закинула, конечно, я показывала видео $1. Ладно, так, значит, что еще? Депозит. Будьте предельно внимательны при пополнении баланса, если кто-то захочет пополнить. Perfect Money, они еще работают над этой платежной системой. Payeer, я вам показывала видео, нужно обязательно скопировать адрес, перевести денежку и написать комментарий. Ну, я тоже, у меня как бы есть видео на канале, посмотрите, как, ну, прописывать комментарий правильно, чтобы знать, кому перечисляют денежки. Вот на эти платежные системы PayPal, Bitcoin, так, этот в разработке, Ethereum, Litecoin, возможно, тоже нужно будет, я не знаю, как в криптовалюте и PayPal, друзья, я не могу сказать. Я как бы работаю с Payeer, ну, иногда с Perfect. И вот мой депозит history, вот мой доллар, Payeer, все, комплект, как бы, все засчитано. Мне пришел как бы депозит мой, он поступил, ну, в районе 3-5 минут, вот так где-то, очень быстро, возможно, даже по времени и быстрее. Вот, ну, в принципе, на этом все. Ну, депозит потом, если решите, это по желанию, проект без вложений, напоминаю. Когда у вас денежка поступит, вот сюда BioAdPack нажимаете, сюда вставляете ссылочку, что хотите прорекламировать. Так, здесь уже по умолчанию $1, там цифру уже сами, и нажимаете сюда, пуша за баланс. И вот у меня идет, вот, ух ты, смотрите-ка, 2000 просмотров должно быть. Это я сюда закинула ссылочку, это у меня 291 просмотр. Только не указано, что за проект. Я уже не помню, что я сюда за рекламку закидывала. Ну, неплохо, 2000. Вот 20 кликов. Это 291 выходит просмотр из 2000. 20 кликов и вот на $1. Ну, я считаю, что очень хорошо. Так, ну, здесь виндрав. Значит, а вы вот здесь. Здесь вот PayPal, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Я не знаю, появится здесь Payeer или нет. Ну, если не появится, можно я с удовольствием на Bitcoin выведу. Вот. $5 тоже неплохо. Буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Я, конечно, в проекте. Всем удачи, больших заработков. Проект без вложений. Все на автомате просматривается, как бы быстро рекламка. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч!